Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Ну что, заберем свои награды, это две книжки опыта на сегодня. Забежим и получим с тобой бесплатно 5 пропусков рейда. Эй, погоди, куда ты гонишь? Отдай мне, пожалуйста, пропуски. Так, что у нас тут по сообщениям? Кстати, Рэй, если статуя в призыве с головой, то этот перс выпал. Так, тоник стойкости получено. Рунные фрагменты костей. К сожалению, у меня нету. Я бы пожертвовал бы обязательно. Ну что, ребята, сегодня у нас должна быть интересная серия, потому что мы проходим с тобой вторую главу. И сегодня мы, надеюсь, дойдем вот до этого супергигантского снеговика. Дойти-то дойдем, а вот победить сможем ли, не знаю, ребята. Он прикольно сделан, смотри. Он из снега, и у него вот такие вот железные вставки. И причем, я смотрю, тут у него типа серп, там кинжал воткнутый, да, судя по всему. Тут вон топор какой-то торчит. В общем, будем потихоньку до него доходить. Значит так, у нас два лучника двухзвездочные, два, даже три, три воина и магичка. Состав команды я менять не буду. По-прежнему, который у меня есть, я считаю, что на данный момент он имбовый. Так, существа могут ходить по замороженным клеткам. Они останавливают движение так же, как и шипы, но не повышают урон, получаемый существами. Осторожнее, стоит существу сойти с треснувшего льда, как тот тонет. Лед снова замерзнет за два раунда. Здоровски. Я всю жизнь об этом, блин, мечтал. А тут магичка, да, стоит. И это все сделано специально. Так, если я встану, а там сразу провалится или нет? Блин, что-то я как-то плохо прочитал. Ладно, давай сделаем так, так с тобой. Пускай они ходят первыми. Это начинает тут колдовать. Нет, ребят, я... Блин, если я туда пойду, я боюсь, вот эти рыцари меня тут шваркнут. Слушай, погоди, а мы же можем с тобой вот так сделать. Это, наверное, будет глупо, но я постараюсь. Угу. Смотри, в принципе, как бы рабочая схема. Давай-ка вот так сделаем. Есть контакт. Есть контакт. Я за рыцаря не боюсь. Он, мальчик у нас большой, крепкий, сильный. Погибнуть не должен. Меня больше смущает вот этот рыцарь. И вот эти вот два. Если я, предположим, сюда пыхну. А я пыхну. Так, минус один. Как бы мне тут лучше сделать-то, а? Ну-ка сюда стрельнем. Твою же налево, я не хочу рисковать. Мы можем сделать с тобой следующую. Вот так вот. Отлично, ну что, смотрим. Ай-яй-яй. Слушай, ну пока все великолепно. Пока все изумительно идет у нас. Сейчас попробуем с тобой уничтожить лучницу. Вот этот рыцарь меня, конечно, немножко смущает. Ну-ка. Рыцарь меня это смущает. Ну-ка попробуем. Опа, в блок встал. Тут лучше мы, наверное, захиляемся. Смотрим. Угу. Ох, ёлки. А как ты так, Монти? Ёп-моё, ребята. Я вот чего-чего не мог подумать, что вот этот вот чудик уничтожит Монти с удара. Как он так посмел? Не врубился я, если честно. Не могу понять, как этот лед вообще работает. Я вижу, что он там, он как бы потрескался уже, да? Но тут переигрывать надо, по любасику. Блин, Монти, как же ты меня подвел, а? Опачки, новый уровень у нас получает конник. Это классно. Я снимаю, как говорится, шляпу, ребята, перед ним. Но переиграть все равно надо. Надо переиграть. Слушай, я, наверное, Монти уберу все-таки из нашей команды вот в данный момент. И поставлю... Кстати, ребята, я тут бабулечку, как ты видишь, прокачал на 3 звездочки. И сказали, что она хороша. Блин, я ее поставить забыл. Ой, дурик, я ее забыл поставить в команду. Ой, молодец, Рэй. Че сказать, а? Ладно, ребята, будем как-то вот пока без бабулечки играть. Ну-ка. Оу-оу-оу. Если мы с тобой... Давай так вот, как и было раньше. Да куда... Я же хоть...
Я, блин, хотел, чтобы он вызвал этого. Не вызвал, а уничтожил двух рыцарей этих. Ну, трындец тогда. Тогда тут сейчас, ребят... Ну, все, ты сам прекрасно видишь. Опять я сфейлился. Блин, вот что значит не добрал. Не добрал героя и не поставил двух конников здесь. Вот большая моя огромная ошибка, ребят, была. О, тут и хилочку мою завалили. Это что за дела такие, а? Я не могу понять. Хе. Весело живем, ребята. По-другому не скажешь. Это что за выкрутасы? Да, дракон погиб. Ну тут еще хуже сыграли. Что за бред, а? Нет, ребят, надо переигрывать. Так, бабуля, она что у нас там делает? Я уже не помню. Сейчас мы и посмотрим, что она делает у нас. Так, эти, значит, будут все-таки двигаться сюда к нам. Может быть, нам поставить конника вот сюда поближе. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Ой-ой-ой, дракончик лучше... Блин, ладно, фиг с ним. Пока дракон в кустах стоит, нам так, ребята, будет лучше. Ну что, здесь я хочу сделать вот таким вот образом. Угу. Блин, и не убили, ты представляешь? Магичку эту не убили. О, бабуля, а что это у тебя со здоровьем-то, а? Это ж кто тебя сейчас так? Блин. Что она делает? Ох, ничего себе, я не знал. Ну-ка. Да как далеко-то? Как далеко-то? Я не могу понять. Ты серьезно? Она что, не может ничего сделать? Ребята, она вообще ничего не может сделать. Ну что, придется мне так делать? Твою же дивизию. Да блин, да вот вы достали, а? Взяли, убили эту бабку. Теперь придется опять переигрывать. Офигеть. Ну ни за что бы не подумал, что здесь мы с тобой зависим. Да еще так надолго. В чем проблема-то, а? Так, по большому счету, все идет нормально, все гладко. Бабуля, да ты, конечно, ватная, оказывается, да? Убираем бабулю, ставим. Ну вот это-то должна уж, наверное, ребят, выстоять. Я ее вот сюда вот в кусты. Этого в кусты. Дракона я, наверное, уберу. И магичку уберу. Все, поехали. Ага, ага. Да ладно, блин, они даже здесь умудряются разобрать. Ну-ка. Вот сейчас молодцы, сейчас красиво было сделано. Так, здесь нам надо с тобой вот так, наверное, сделать. Что-то вообще ничтожные, друзья мои, дамаг она делает. Если я полыхну огнем. И моей досталось же, да? Поехали. Так. Друзья, терпимо. Очень терпимо, потому что мы этого заваливаем. А здесь я применяю массовый. В плане. Вот, массовый хил. Так, дальше. Блин, я не буду, наверное, рисковать. Пропущу ход. Теперь попробуем помочь. Раз. Да, о! Ну неужели? Неужели, друзья мои, мы прошли? Отлично. Это только первая миссия. Зашибись. Так, мы что-то с тобой здесь получили. Забрать, конечно же, забрать. Три жетона, три карточки. И скоро сундук получим с тобой. И кто-то у нас тут, да. Он же получил уровень, поэтому надо прокачивать. Ну, естественно, скиллы. И что-то мы, наверное, можем скрафтить. Хотя вряд ли, да? Не хватает 5 рубашек и 5 сапог. Ладно. Пошли с тобой на 32-ю миссию. Здесь, короче, у нас получается 3 лучника и 4 воина.
Блин, бабуля. Но мне про нее сказали подписчики, что бабуля действительно рулит, реальная. Блин, так, подожди, мы уберем. Да и, наверное, я все-таки заберу сюда Монти. Монти будет у меня. Ну, все, поехали. Сразу же прячем в кусты. Всех по кустам. Так, Монти надо убрать. И этого, наверное. Все, смотрим. Ну, тут, понятное дело, начнем с цепной молнии. Вообще замечательно. Дальше прожарка огнем. Не такой, конечно, я думал, будет результат. Ну, так, сходили, пускай будет так. Так, и стрелу теперь. Попробуем с собой. Опа. Так, конники. Давай сюда. Отлично. Тихо, тихо. Главное, чтобы дракона не убили. Ну что я тебе скажу? Очень даже неплохой у нас идет результат. Добьешь, Монти? Красавчик ты мой. Но тут все на изи, друзья мои. Так, скоро у нас с тобой Хана получит уровень. А Монти максималка, он не может, ребята, дальше прокачаться, потому что я ему... Кстати, насчет ранга. Как же там повышать ранг-то? А, там нужны карточки. Ох ты, друзья мои, ледяной голем, тут будет карточка, да, одна? Ха-ха. Блин, я хочу... И... А, чуть-чуть не хватает, совсем капелюшку. Монти, сколько тебе нужно этих-то? Для редко... Ну, чтобы открыть тебя. Никак не могу понять. Что же тебе нужно-то, а? Возвысить героя до редкого. А как его возвысить? Наверное, нужны карточки. Вот я имею в виду 50 карточек. У нас только 4. В общем, надо еще 46 карточек на него найти. Ну, я считаю, что это несправедливо, ребята. Монти в этом не виноват, что у меня нет карточек этих. Были бы, я бы уже давным-давно бы вознес. Так, ну что? Тут я вижу магичка. Так, подожди, Монти, Монти, вернись, кого-то я еще, нет, дракончик, все, начать. Ну, во-первых, нам надо сделать, наверное, вот так вот. Ох, ё, я обожаю, когда вот так вот все у нас получается, круто. Пропускаем ход, смотрим. Это сейчас будет призовом заниматься. Ну, естественно, я ей это не позволю. Не пускай тут даже и не думает кого-то мне тут призывать еще. Так. Ну, сам понимаешь, да? Против рыцарей очень хорошо работают маги. Блин, Ханна скоро получит. Надеюсь, она получит уровень, а не будет, как у Монти, стопориться, да? То есть скажут, а вот надо вот звездочки. Подними ее по рангу, только после этого мы тебе позволим ее прокачивать дальше. Ага, начнем, начнем. Что мы тут можем с тобой сделать? Зря, зря, конечно же, ребята, я это сделал. В плане. Блин, а ты не достанешь, получается, да? Ну тогда давай сделаем следующее. Монти сюда, дракошу сюда. Тебя сюда. Ой-ой-ой. Ну-ка. Минус. Блин, бомбанем. Бомбанем не получится у нас с тобой сейчас. Так, давай-ка я ее, наверное, уберу сюда. Поставим отхил. Поставим отхил и этих сюда. В любом случае, эти охламоны пойдут ко мне. В любом случае. Главное, чтобы он выжил. Все. Дальше цепнуха достает, достает. Прекрасно. Дракоша, давай сюда, прям по центру, жарь. Изи. Ты добьешь? Красавчик. И... Погоди, а что нам нужно сделать? Как нам до нее добраться-то? Вот так вот, наверное, скорее всего. Нет. Ну, нам может помочь дракончик в этом деле. Лучник достает. А вот маг нет. Пропускаем. Пропускаем ход. Ну, теперь он может дойти. Странно как-то, в тот раз не мог, сейчас добежал.
Да, Хана получает у нас новый уровень. А мы с тобой переходим на следующую главу этой истории. На 35-ю, но вначале, конечно же, прокачаем. А второй-то скилл когда откроется? Угу. До редкости необычный. Понятно. Ну что, будем прокачивать, ребята. Тут в основном пошли уже рыцари. Начать. Если... Ну-ка, попробуем. В принципе, неплохо, да? Если еще сейчас наш дракоша... Ай, красивенько. Есть небольшой риск. А вот так вот. Риск минимальным становится, да, сразу же. Лишь бы на мага не переключить. Тихо. Отлично. Все отлично, друзья мои. Мы с вами здесь в плане не до... В каком понятии ты не достаешь? Что ты себе позволяешь, а? Не может, ребята, не достает. А, там, видимо, был лед потрескавшийся. И на этом ходу он, ну, заморозилась опять эта лужа. И после этого он только мог к ней подойти. И все, понял я. Ну что, 36-й. Ого. Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять лучников. Ой, пять воинов плюс четыре лучника. Слушай, это серьезная заявка. Но зато магов нету. Поэтому пропускаем ход. Тут, естественно, нам нужен с тобой вот так вот. Угу. Если я полыхну сюда, немножко другого эффекта я ожидал. У нас тут нету, да, ничего. Ладно, встанем здесь и будем надеяться, что... Ай! Так, терпимо. Тихо, ребят, терпимо. Он туда не может пройти, да? Так, давай-ка ты сюда встанешь и сделаешь массовый хил. А ты не можешь туда пройти, потому что там заморожено, да, все? Ты смотри, а, как сделано. Воу-воу-воу-воу! Твою же налево, блин! Ну, трындец, ребят, теперь переигрывать придется. Ай. Ну видишь, они все метнули свои стрелы. Да, сам виноват. Сам виноват, друзья. Я не думал, что так все получится. Блин, они мне сейчас так и этого завалят. И дракона. Поможет мне отхил? Паршиво сыграл. Очень паршиво я сыграл. Этот даже своих конников не успел призвать. О, короче, тут, скорее всего, надо браться в первую очередь за лучников. Потому что лучники здесь дамажат очень серьезно. Нет, я не собираюсь никуда уходить. Я буду здесь дальше бомбить. Можно, конечно, взять нам этого персонажа. Конник, подожди, конник, в принципе, он может пробежать, да, через колючки, насколько мы помним. Ладно, начнем. Конник может сюда вот встать. Монти переведем сюда. Сюда. Вот так вот попробуем сейчас с тобой расстановку сделать. Так, если мы бомбанем сюда. Ха, тут сразу минус 2 сделали, прикинь. Ладно. Минус 2. Туда лучше не подходить нам. Туда лучше нам не подходить. Я боюсь, опять сейчас мага накостыляют мне. Ладно, давай попробуем пропустить ход. Вот они как делают. Минусуем. Блин, минусуем. Твою же дивизию. Ладно, попробуем сейчас.
Ага, но этого мало, да? Этого получается мало нам с тобой. Подбить не подобьем. По-моему, друзья мои, тут опять у нас неудача. Два лучника. Стрельну. Ну, в принципе, мага, наверное, может быть, не уронят они мне. Давай на всякий случай его захиляем чуть-чуть. Вот Монти. Монти мы лучше уберем. Вот, вот я об этом говорил, что сейчас все пока нормуль. Вот здесь вот у нас все очень как-то паршивенько получается. Монти сделает супер выстрел. Уничтожим с тобой так. Хильнем. Лишь бы эти не переключились сюда. Вот чего я опасаюсь. А они сюда переключились. Да ебарасота, блин. Ну я так и думал, что так выйдет все, а. Я так и думал, что зря я этого поставил туда. Мага. И вот тебе результат. Твою же налево, а. Уже даже не знаю, что тут, как тут лучше сделать. Нет, я знаю, в принципе, но... Почему, блин, не срабатывает, а? Давай, пропускай ход. Давайте, забомбите мне этого. Все, отлично. Твою же налево, а? Опять переигрывает, ребят. Ну, книжку опыта получили. А вот что значит трехзвездочная книжка или двухзвездочная? Мне кто-нибудь это может объяснить? В чем разница? Погоди секунду, там, по-моему, что-то можем... Можем получить с тобой. Так. Опа, меч. И сундук, друзья мои. Монетки, гемы, книги. Какие-то руны. О, и камень призыва. Давно, кстати, не получали мы с вами камень призыва. Давайте-ка его активируем. Умоляю, дай мне нового героя, супер имбового, какого-нибудь эпического или легендарного. Колечко, ребята, я какое-то получил. Простенькое какое-то колечко. Ладно, я не в обиде, ребят. Пойдемте еще раз попробуем перепройти этот уровень. Что-то он мне не дается. Что-то он мне не дается, блин. Может быть, кого-то замените нам? Я офигею, бабуля эта трехзвездочная и так фейлится. Некоторых персонажей я просто боюсь брать, ребят, в отряд. Просто боюсь брать в отряд из-за того, что они слишком слабые. Вот этот маг, он вроде бы по прокачке у нас топ. Но ведь все равно его умудряется завалить. Вот как ты сейчас вот представляешь? Я даже не достаю. Вот они, смотри, они сейчас не могут ничего сделать. Как бы это наш шанс валить их, да, здесь. Но там эти маги. Маги паршивые. Сюда, если я встану, будет тоже больно. Просто пропускаем ход. Воу-воу-воу-воу-воу. Да чтоб тебя, блин. Короче, я манал. Я манал, ребята, я буду стоять. Так, давай еще раз. Я буду стоять вот здесь вот. Я вообще не буду туда суваться. Вообще не буду суваться. Пускай они сами сюда ко мне идут. Надоело мне переигрывать. Все, вот сейчас вот здесь вот встану. Вот так вот. И пускай они идут ко мне сами. Вот, давай дальше. Посмотрим, к чему это приведет. Так, они начали атаковать. Ну... Блин, Монти, ты же... Он же встанет сюда, да? Блин. Ну вот как тут быть? Ох, ничего себе. Если я сюда поставлю... Ну-ка попробуем. Опять только один конник, да чтоб тебе. Ладно, валим. Дракон, дракон нам поможет, если мы...
Пока не буду его трогать. Посмотрим, что, к чему тут сейчас приведет все это. Фух. Пока живем, друзья мои, пока живем. Ну-ка сюда давай ударим. Сюда. Потом вот так сделаем с тобой. Здесь врубаем хил. И сюда, наверное, дракончика мы переведем с тобой. Сгорел, да? Отлично. Отлично, ребята. Я совсем забываю, что когда дракон поджигает, то он оставляет горящую клетку. Я про это совсем забыл. Серьезно тебе говорю. А на этой клетке же юнит получает дамаг дополнительный. Ну что, тут у нас, блин, тут два мага. Два мага. Они хоть... Вот они с этой стороны будут, да? Нам, наверное, с тобой... Да что ты будешь делать? Нам, наверное, надо с тобой... Хотя мы так вот сделаем. Эти пойдут сюда. Я вот так вот сделаю. Монти поставлю сюда. Погнали. Вот что она творит. Поехали. А до нее-то что не дотянулся? Эй! Блин. Всю сикость-накость пошло. Не так я вообще планировал. Да. Пошли жарить, короче. Ай, сейчас с этого. Так, пока терпимо, ребята. Иди отсюда. Вот тут, конечно, все все намного хуже. Вот здесь вот, ребята, у нас. Это еще големище. Куда мне дракона убрать? Может, сюда, на эту ячейку? Встать сюда и хильнуться. Предположим, я так вот... Ага, я не могу, да? Ты... Если я его откину... Куда я его откину-то? Откинул тоже мне. Нет, она не может, ребята. Давай тогда попробуем... Да ёпарас это, ну вот это вот чудище пришло и просто подбило, добило, ты понимаешь? Блин, во всем виновата вот эта вот магичка, которая призывала того голема. О, еще и тут. В любом случае надо будет перепроходить. На одну звездочку, нет. Ты уж меня извини, я на это не подписывался. Все эти големы, а, вот они, ничего себе тут. Ну, не големы, а вот она вызывает вот этих вот рыцарей. Они очень сильные по сравнению с обычными. По сравнению с обычными, да? Давай вот так, наверное, сделаем сюда. Да нет, тебе сюда. А мага вот сюда. Ну что, пускай делают ход. Как-то вот встают совсем вот не в тему, ребят. Предположим. Здесь нам лучше вот так сделать. Окей. Полыхнем. Так, добить не можем. Ну, неплохо он стрельнул, если честно. Смотрим дальше. Угу. Ну-ка. Прекрасно. Что-то не хватает. Дракоша, а ты сможешь? Не сможет он. Да ёп! Не могу, ну... Ну ведь все же хорошо, взяли дракона, теперь завалили мне, а? Нет, ребят, ну а как вы хотели? Все равно рано или поздно мы бы начали на каких-то уровнях фейлиться.
Бесконечного везения здесь не может быть. Ты еще не забывай, что мы с тобой не прокачиваем персонажей, нужных нам в дальнейшем. А ведь это нам аукнется с тобой. Понимаешь? Давай, Монти, добивай. Добил. Нет, не идет фарт. Так, хорошо, маг у нас получил уровень. Может быть, это как-то нам на руку сыграет. Давай попробуем сейчас немножко его прокачать. Чуткарик. Что у нас тут? Ага. Ну, 74-122, нормуль. Такое улучшение. Так, продолжаем, ребят. Продолжаем. Я рано или поздно все равно должен одолеть. Может быть, Монти убрать? Давай попробуем вот так вот. Но опять же, она у меня не прокачанная. Девчуля-то это. Понимаешь, вообще не прокачанная. Нет, пушку мы здесь с тобой не будем ставить. Ну-ка. Ты сейчас должен валить их. Ну, в принципе, ребят, неплохо, я тебе скажу. Ну-ка. Что это там у нас? War Troops. Засмотрелся и... Да, ребята, подбили, к сожалению, мне опять... моего лекаря. Значит, вывод. Убираем, наверное, из компании нашего лекаря. Раз он так проигрывает, раз он фейлится, надо его убирать. А другого варианта я не вижу. Выставлять, если только не выставлять ее, но это тоже, ребят, не вариант, согласись. Я офигею, блин. Еще раз, конечно же. Я надеюсь, у меня хватит этих. Короче, убираем этого и ставим вот так. Погнали. Так, здесь мы с тобой пропускаем ход. Заряжаем. Дальше. Слушай, я вот этого могу подбить? Нормуль. Вот так я хочу сделать. Ай, хорошо, ребята. Лишь быть, знаешь, что теперь не получилось. Ой, прекрасно, ребята. Слушай, ну давай-ка мы с тобой вот сюда пушку поставим. Пускай она бомбит. Мы с тобой вот этого берем в провокацию. Ха-ха. На. Так, кто еще не сходил? Дракончик не сходил, да? Ну-ка. А пушка-то почему не стреляет? Она же вроде как должна стрелять. Или она стреляет только в том случае, если Зольку атакуют. Слушай, ну смотри, мне такая команда как-то даже больше понравилась, если честно. Как-то так хорошо сыграли мы. И Золька даже тут, смотри-ка, сразу пошла, да, на прокачку. Лихо так. И пушечка у нее начала прокачиваться. Хм. Есть, наверное, смысл, друзья мои. Блин, вот классно смотрится, да? Наездник на драконе. Че, у меня всего лишь... Ну, давай вот так вот. Да не это я хотел. Вообще не это я хотел. С этими мы вот так вот разберемся. Угу, разобрались. Ну-ка, если так. Опять всего лишь один, а? Сейчас посмотрим. Все на рыцаря, да? Ну, рыцарь у нас с тобой стоит в кустах, поэтому ему ничего не грозит. Ну, у него 50% защита от урона. А этот сейчас еще и молнией звезданет.
И вот этот маг. Хоба. Вот и все. Вот и песенка спета. Тут на изи, ребят. Тут все великолепно. Так, солнышко у меня прокачивается до 12 уровня. И это круто. Всегда, когда твой персонаж прокачивается, это всегда радостно, ребят. Всегда. Прокачиваем ему взрыв, прокачиваем ему огонь. Шмоток у меня, к сожалению, пока нету, который можно на него надеть. Но босик-то уже рядышком, ребята. Так, что? Чего не хватает? Покупаем. Так потому что я столько боев, ребята, переигрывал. Поэтому энергии не хватает. Ну что? Два мага. Поехали. Достать мы не достанем, да? Ну что ж, будем поджидать их здесь. Пропускаем ход. Посмотрим. Ах ты, смотри, куда она встала. Дракуша, ты ее достанешь. Нормуль. Вот это я понимаю. Дальше мы с тобой, наверное, сделаем. Нет, это так не пойдет. Давай молнию. Прекрасно. Сюда и до туда мы с тобой не достаем, к сожалению. Пропускаем ход. Маг выживает, и мы добиваем. Все. Вот это найс. Так, скоро тоже чувак получит уровень. Продолжаем наши баталии. Босса-снеговик все ближе и ближе у нас. 40 уровень. Тут одни воины. По идее, вот здесь вот в нашей команде должны быть маги. Почему маги? Потому что они обалденно наносят урон. Давай-ка я попробую бабулю сюда влепить. Ну что, посмотрим, что у нас с тобой из этого получится. Так, пропускаем ход. Пускай не... Ага. Так, заряжаем. Блин, я немножко на больше рассчитывал. Ох, ну бабуля, ну ты даешь. Вот тебе и бабулех. Нет, так не будем мы с тобой, наверное, делать, да? Лучше мы сделаем вот так. Да. Так оно будет посолиднее. Ну что? Короля не трогайте мне. На самом деле это не король, да? Это маг, но он выглядит слишком вызывающе, как будто король. Так, мы здесь добиваем. Дракончик, ах ты. Вот. Слушай, ну бабулечка действительно там наяривает, будь здоров. Особенно ее, ну и вот этот суперудар. Слушай, бабулец, кстати, получил уровень у нас. Так, знаешь, тихенько, молча, но получил. Я видел, промелькнул там. Так, что у нас тут? Ага, монетки. Опять карточка голема. А чтобы голема открыть, сколько нужно карточек насобирать, интересно, а? Ну что, бабулечку прокачаем, да? Ринзи. Поставить я пока могу, в принципе. Это какой у него уровень-то будет, я не могу понять. Так, еще давай. Улучшаем. А, у нее 10 уровень, ребят. Бабулец у нас получает 10 уровень, кстати. Фу, слушай, она быстро догнала моих персонажей. Так, Тара тоже получает у нас уровень. И мы еще он ранг получает у меня новый. Солидно. Так, а здесь до необычного. Да ж сколько ему... А, подожди секунду. Новые шмотки можно воткнуть. Так, атака и здоровье мы ему прокачали. Друзья мои, еще немножко и будет босс. Я просто хочу посмотреть, что он там себе представляет. Я представляю, такая снежная глыба. Ходячая. Так, тут у нас в основном воины. В принципе, неплохо мы с тобой тут взяли. Так, этих по кустам всех попрячем с тобой. Бабулец пускай стоит на заднем фланге. Сейчас будем применять с тобой супер-пупер
молнию. Поехали. Очень хорошо. Бабулех, ты как? Ну-ка. А чё так жиденько? Ты ж вроде нормально вжаривала, а сейчас что-то как-то не особо хорошо вжарила. Так, ладно, подожди, это мы отменяем с тобой. Рыцарь, давай-ка мы сделаем вот так вот. Минус маг. Да не могу, я не достает он, ребят, свою провокацию вот до этого рыцаря. Поэтому пропускаем ход. Ну что, разберем? Я думаю, разберем. Все. Великолепно. Так, у нас скоро получит рыцарь, да? На коне, конник, опять уровень. Он как-то очень быстро набирает опыт. Так он практически всегда на передовой, ребят. Я его всегда, как говорится, в самое пекло всую. Так он еще к тому же, не забывай, быстро ходит. Ему на эти шипы вообще по барабану, которые там стоят. Пропускаем ход, короче, пускай они к нам сами идут. К тому же там три лучника и три воина. Ну, с воинами мы разбираемся по-своему, да? Не понял. А что это так жиденько? Не врубился. Что происходит? Ну-ка, бабуленька. Тихо. Он на хитящей клетке стоит, поэтому, ребят, не волнуемся. Прекрасная бабуля. Так, а провокацию? Да что ты будешь делать? Он никак не может. И самое противное, что здесь лучники. Сделаем вот так вот. Тынь, тынь. Пропускаем ход. Меня такой расклад вообще устраивает. Какой они сейчас сделали? Я даже никуда не пойду. Я буду здесь стоять. Ой. Стой, а может быть надо все-таки помочь? Бабуль, ты не дотянешься, да? Так а что я боюсь-то? У меня этот захилялся. Все отлично. Пробиваем. Великолепно. Погнали дальше. Пока я, как говорится, на куражах, будем с тобой и дальше. Я тут сундук получил. Ну-ка. 7 гемов, каска, шипы и 2 карточки на какую-то жабу. А что означает плюсик? То есть я могу куда-то его потратить? Такая бабушка, да? А помнишь, мы читали про нее, что она делает? Это бабушка. Это бабушка-некромант. О-хо-хо. Ребята, здесь... здесь плохо дело наше. Ты спросишь, почему плохо? Потому что здесь маги. Ты спросишь, ну и что, что маги? А я тебе отвечу. Они начнут сейчас заниматься своим призовом. И все это начали делать вдалеке. То есть я до них достать даже не смогу. Вот такой вот раскладик получается у нас. Вообще не могу, он перекрыл мне путь. Вот этот вот рыцарь. Блин, да что ж ты будешь делать? Плохо дело. Просто наипротивнейшее дело. Бабуль, всыпь, пожалуйста, а. Блин, она классно бомбит. Вот чё-чё, а бомбит она классно. Провокацию. Давай так вот сделаем с тобой. Провокация тут нужна не только для того, чтобы его спровоцировать, а чтобы и взять, ребята, дополнительную защиту. Ну-ка. Ага, прекрасно. Ну-ка. Смотрим, смотрим. Ой. Я же немножко испугался даже. Так, захиляем. Блин, я не могу там сделать ничего. Они очень много отнимают здоровья. Очень много отнимают здоровья. Если я даже вот здесь загашу, тут еще два.
Два рыцаря, да? Предположим, я сделаю вот так вот. И вот так. На, везет. Нам с тобой везет, по ходу дела. Ну-ка. Прикрыть его, да, с той стороны. Ну-ка, бабуля. Отлично бомбит. Не по-детски, так скажем. Фух. Хорошо идем. Очень хорошо. Не то, что в самое начало. Начало какое-то было у нас с тобой такое, с раскачкой. Ну что, вот. Ох, ё, ты видал, сколько тут. Чисто воины будут. И вот они как. Тут нам нужно кое-что поменять. Да-да-да, вот таким вот образом, скорее всего. Ну что, маг, начинаешь ты первым. И очень даже неплохо начал. Так, дракончик, пойдем сюда. Блин, бабулю-то надо как-то, я не знаю. Давай вот так вот сделаем. Провокацию. Провокацию я сделать не смогу. Блин, бабулец, ну куда ты высунулась? Хотя, постой, может быть, обойдется. Сложный, ребята, вопрос, обойдется тут или нет. Ну-ка. Охренеть. Она... Почему иногда у нее получается офигительно, а иногда паршивенько? От чего это зависит? Ты видел сейчас, как она влупила? Я прям сам немножко аж в шоке был. Как у нее это выходит? Ну, добиваем. Изи. Бабка своими фейерверками, конечно, тут наяривает. Ух ты, что-то такое. Видишь, три звезды, две звезды. Это что означает? Я не знаю, ребят, пока. По идее, три звездочки — это, ну, как бы тебе сказать, хорошее качество, офигенное качество. Так, два задания выполнили. Забираем. Ох ты, синий щит. Так, тихо. Какие-то штуки наполучали. Так, прекрасно. Ну что, друзья мои, а вот и босс. Ого. Ну-ка, давай посмотрим, что он тут сейчас будет нам балабулить. Привет. Ох, беги. Погоди, что это? Я Зефа, я тебя размажу. Он все еще улыбается? Без разницы, осторожно. Зефа, Зефир, что ли, типа? Ладно, ребят, начнем. Я... Ох, елки-то палки, тут везде шипы. Как тут сделать-то лучше? Ну, давай вот так вот попробуем. А ему досталось, причем не кисло. Бабуля может фейерверк замочить. Но в одного только персонажа попала. Давай встанем сюда с тобой. Дынц. Блин, тут куда, ребят, не сунься, везде шипы. Блин, давай пока пропустим ход. Я хочу хотя бы посмотреть, что к чему здесь. Фига себе, Зефа. Да, ребята, тут походу попадос. Попадос еще какой. Если, может быть, взять его на провокацию. Но мне кажется, я это зря. Зря делаю. Может быть, он просто ударит? Да, он просто ударяет, когда в провокации, ребят, стоит. Слушай, ну это тогда нам на руку. Ты спросишь, почему нам на руку? Так, тихо, подожди, давай сюда. Хотя надо было этот огонь делать под снеговика, ребята. А что, провокация закончилась, что ли, так быстро? Кому-то крышка сейчас будет, да? Угу. Погоди, я не понял, у него... Это у него такая защита? А как же его тогда... А как убить-то тогда? Эй-эй-эй, погоди. Погоди.
Я не пойму, а как его тогда пробивать? Я вообще не наношу ему урон. У него, смотри, сколько брони там. Так, дракон, давай улетим. Обалденно. Сейчас бабку шлепнет. Нифига себе, Зефа, блин. А как его убить-то, извини меня, блин, я не понимаю. Каким образом-то? Подожди, я не понял. Вообще не врубился, если честно. Может быть, надо магами? Ну, я имею в виду суперзаклинаниями бомбить. Ну, давай предположим, я возьму Ханну. Так подожди, а при чем здесь это-то? Это фигня полная получится. Хо-хо-хо. Вот такие вот, ребята, петрушечки. Ну-ка попробуем. Блин, слишком далеко, говорят. А если так? Видишь, тут вот магия хорошо его прижучила, но этого недостаточно, ребят. Попробуем так. Ладно, предположим. Перейдем сюда. Поставим вот так вот. Так, бабуля просто пока будет бомбить. Тихо, бабку не трогать. Ну смотри, что творит. Блин. Ну попробуем, ладно, фиг с ним. Так, минусанули. Сюда если перейдем. Так, добьешь? Добил. А туда нам не перейти, да? На шипы вставать, ну естественно, я не дурачок, чтобы вставать, чтобы получать повреждения. Так, смотри. Ну-ка. Сюда. Ну, как бы вот так вот. Ой. Бабуль, давай посмотрим твою магию. Да ладно, ему по барабану, что ли, было? Как бы у меня нормально только бомбит один. Ну-ка. Броню почти, ребята, сбили. Держимся на отхиле. Ты заметил? Этот отхиливает полностью себе. А, куда ж ты побежал, гаденыш? Есть. Вот тебе и Зефа. Я манал таких Зеф. Продолжайте сражаться с Зефой. Я понял вас прекрасно. Слушай, ну он мощный. Что не говори, ребят, но он очень сильный. Так, давай призовем с тобой кого-нибудь. Посмотрим, кто у нас тут выпадет. Или что у нас тут выпадет. Да ладно. Ё-моё, ребята, мне доступен Корин. Прикинь. Пусть мастер меча Корин и лишился своего физического тела, но он не утратил ни навыков, ни железной воли. Ха-ха, друзья мои. Вот это фарт, вот это я понимаю. Блин, конечно, прокачка. Прокачка, 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 ребят. Одеваем ему все. Так, здоровье, тут броня. Ну, конечно, тут надо и здоровье. Подожди, и здоровье, и броню, наверное, так вот сделаем. Одевай рубашечку, одевай едушечку. И уровень мы тебе сейчас прокачаем. Так, что он создает на случайной клетке? Цепочку из 25-40 шипов, которые начинаются на клетке цели. Каждый шип наносит 3 единицы урона. Офигеть. Помнишь, он такую фигню делал в свое время? Вжучивал, так скажем. Ну, маленький еще пока уровень у него, но все-таки. Давай заберем здесь награды с тобой. А? Таро?
Книга опыта. Это еще не все. Давай следующей наградой. Прекрасно. Продолжаем. Ох ты. Все, одеваем. Он сейчас еще ранг себе повысит, прикинь. А-а-а. Так, давай, одевай. Одевай. Надо будет обязательно его протестить, друзья мои. Так, книги опыта есть, поэтому... Все, кончились книжечки. Жаль, жаль. Так, оказавшись в начале хода на клетке с той же сущностью, светло-зеленый, красный, темный, восстанавливает 25% от максимального запаса здоровья, игнорирует отрицательные эффекты. Плюс он тоже, как и дракон, может, ребята, перелетать между возвышенностями. То есть провалы, лед треснувший, для него как бы не страшно. Так, секунду, давай смотреть, что у нас тут еще с тобой есть. Ага, берег сокровищ, откат полный. Гильдейские рейды, откат полный. И натиск. В натиске я хочу, ребят, здесь дойти до, вот, главное, в персонаже. Ну, естественно, попробовать его бомбануть. Ну что, поехали. Вперед, как говорится, из песни. Лучезарный орден. Слушай, а можно даже сейчас попробовать взять или не... Ну, мы возьмем его позже немножко, да? Ну что, погнали. Конника прячем сразу в кусты. Здесь разбираем. Так, пускай вот этот вот еще здесь находится. Ай! Что-то пошло не так, да, как говорится? Блин! Стрелки чертовы пришли. Блин, я попутал, ребята. Я думал, что это мой стоит персонаж. Аж 20 моих персонажей. Не-не-не, ты давай сюда. Этого уничтожаем. И, в принципе, молниями. Шикарненько. А это чтобы не выпендривался, да? Твою ж налево. Так, отходим обратно. Друзья мои, отходим. Сейчас, потому что она выбегает здесь. Ай, маг. Маг, держись. Маг, уходи, пожалуйста. Не надо там стоять. А ты его подхиль. Пропускаем ход. Эти справятся там. Пропускаем. Пропускаем, пропускаем. Так, смотри, что. Все отлично. Хиляемся. Пропускаем. Подсобим. Пропускаем. Оу. Воу-воу-воу. Выявилось. Вот она, ребята, по-моему, главное это, да? Босс-то этот. Так, ну что мы можем сделать? Бомбануть. Что нам еще тут остается? Я сейчас огоньком еще ее прижучу. Вот так вот. Чтоб знала свое место. А то пришла тут попандопала. Так, давай-ка здесь, наверное. Добиваем скелета. Зачем ты туда встал, это дуреха так далеко? А, все. Это что, это наша награда? И героя получаем? Или что, подожди, я не понял. Нет, это, наверное... Хотя, подожди. Ну да. Друзья мои, Кацуме, герой доступен. Проклятие мертвых забрало что-то у каждого в убывающей луне. У Кацуме оно забрало все. Если Кацуме не атаковала в прошлый раунд, она мгновенно атакует первого противника, который попадает в зону поражения и наносит ему 27 единиц урона. Наносит первоначальной цели и врагам ряда 8 единиц урона, максимум прыжков 9. Может дважды атаковать одну цель. Хо-хоу! Как тебе такой раскладик, а? Вот тебе и Кацуме. Монетки, гемы. Так, какая-то фигня, книжка опыта. Кольчуга. В принципе, это все нам пригодится. Блин, я уже, ребят, не знаю, столько персонажей так понаполучал. Все такие классные, всех хочется протестить. Проверить, проюзать. Так, что у нас тут? Оу, повысить тару. Да ладно, малорик, парень. Малорик, ты получил 2 звезды.
И это заслуженно. Это заслуженно, друзья мои. Давай-ка мы попробуем. А, у нас всего одна книжка. Ну, у нее первый уровень, ты сам понимаешь, да, что... Хотя у нее две звезды. Что брать ее куда-то опасно. Так, у нас с тобой еще есть одна попытка. Погнали. Убывающая луна. Значит, убывающая луна — это типа проклятые какие-то, получается, да? Да, типа того. Так, это кто у нас там? Это стрелки же, да? А, нет, это самураи. Они, по-моему, вроде как стреляют. Ну-ка проверим. Нет, они не стреляют. Погнали. Сделаем в плане. Ну а здесь? Отлично. Зажариваем. Прекрасно, пропускаем ход. Я обожаю вот конника, обожаю за то, что он, ребята, вот имеет такую помощь. Она вообще офигенная здесь. Она здесь просто офигенная. Так, пропускаем ход, наверное. Так, убираем всех обратно. Особенно магов. А вот и стрелки пожаловали. Ну, как ты понимаешь, стрелки — это ватники. Блин, даже вот не хочется туда идти, если честно. Да ну. Минус. Минус. Пропускаем ход. Я, наверное, не буду туда пока выходить. Мне здесь как бы хорошо, да, ребят? Пропускаем с тобой ход, и пускай они бегут уже к нам. Пропускаем, говорю, ход. Ага. Еще пропустим. Ох, тут сразу все вышли. Что-то я, по-моему, погорячился, блин. Пропускал ход, блин. Твою ж налево. Так, давай сюда. Ну, понятно, сейчас Ай-яй-яй-яй-яй. Но зато у нас есть возможность с тобой. Блин, нам не дают. Нам не дают того, кого я хотел проверить сейчас. А хотел я проверить Кацумы, конечно. Эй-яй-яй-яй-яй-яй. Монти, Монти, убери. Бабуль, будь добра, а. Во. Во, сейчас мы с тобой посмотрим. Ну-ка. Офигеть, напоминает мне чем... Блин, а что своего-то? Зачем своего-то подбили? Мне почему-то это напомнило удар мага. Та же самая цепная молния, только по земле, ребят. Только по земле, вот и все. Так, я даже никуда не могу сходить. Но шипы эти остаются. То есть враг, видимо, когда ходит по нему, он получает урон. Оу-оу-оу. Слушай, вы, может, потише как-то, я не знаю. Что за фокусы-то? Ну-ка. Так, а посмотрим, как он в деле. Ну, бьет он так не кисло. Пропускаем ход. Добьем. Пыхнем. Пушку, я хочу, ребят, пушку протестить. Опа. Фига. А она еще и поджигает клетку. Клеточку, на которой стоит противник, она ее поджигает. И это... Вот. Так, Кацуме. Интересно, она будет лучше Монти или нет? Как думаешь? Ну, мы уже не узнаем, потому что последний противник, мы его уничтожаем. Ну да. Так, смотри, какие награды, ребята, шикарные получаем за вот это вот все прохождение. Так что стоит заморачиваться по поводу вот этого вот. Отличные награды. Кацуме, а ты что хочешь? Или это не ты? Так, а что тебе, бро? А, ты уровень получил? Красавчик. Когда только успел. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут еще с тобой осталось. Так, берег сокровищ — две попытки. Гильдейские рейды — три попытки. Арена героев, ребята. Ух, как же там тяжело, а? Как там? Я в этой арене играл, ребята, и вот буквально за кадром
мне давали 5-7 тысяч мощей. Ну, ты сам понимаешь, что это бесполезно. У меня всего лишь где-то 1000-2, 1500, по-моему, максимум. Так, ну-ка. Давай. Бу-бух. Я здесь специально такую команду взял, друзья мои. Как можно, чтобы больше тут всего брать и набирать. Ну-ка. Окей. Так, 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 подожди. Да что, что вы не можете этот... Сундук добей хотя бы. Нормуль. Так, сундук, деньги, да, все дела. Давай сюда встанем. Добьем. А что за сундук-то такой? Я не могу понять, крепкий-то. Так, враг. Враг номер один. Забираем здесь все. Ну, Монти, ну... Так, последний ход остался. Так, бьем самое основное, ребят. Сундук. Сундук надо пробить. Да блин. Твою же налево. Подбить надо. Не успел. Трындец. Вот сундук-то и не успел пробить, а? Продолжить, конечно, у меня еще есть одна попытка. Я не собираюсь просто так сдаваться. Играть. Вот, вот он сундук, ребят. Это как бы основное, на самой последней волне. Нужно сделать так, чтобы его подбить. А у меня все как-то в разбросанном варианте валялись. Ничего у меня не получилось. Так, ну что, погнали. Попробуем сейчас с тобой этот сундук. Да, ох, сапожки там выпали. Это уже хорошо. Угу. Прекрасно. Так, секунду. Давай встанем сюда. Ну. Так, нормуль. Так, сейчас у нас тут... Ну, тут ничего хорошего не будет. Тут всякие бочки. Единственное, это деньги. Так, давай сюда встанем. Раздавили. Так, и вот монетки. Подожди, сюда вот. Ага. Так, ты встанешь сюда. Ты забежишь сюда. Отлично. Ух ты. А, это жаба, ёлки-палки. Сундук. А, это на следующий ход, да, будет сундук? Все, я понял, ждем. Ждем, друзья, сундука. Пропускаем ход. Вот он. Вот он, сундук. Да ну! Прям, блин, ты такой прям крепкий. Ну и вот чё? Ну и все, ребят. А, подожди. Огонь же есть. Фу, там какой-то эликсир мы подобрали с тобой. Эликсир, сапожки. Отлично. Ну, все, больше у нас с тобой нет попыток. Я не могу туда идти дальше. Как только эту школу всю мы с тобой проходим, мы переходим на стычку 3-4. И вот так вот дальше мы с тобой продвигаемся. Так, гильдейские рейды. У нас там кто? О, босс убит, ребята, и мы получаем сундук. Монетки. Оу, порошок, то, что нужно, ребята. Слушай, а что это такое? Вот, вот это вот, что? Для возвышения предметов в кузне? Да? Для возвышения предметов в кузне? Ох ты, еще и 10 карточек на Ханну получил. Ну, спасибо большое. Рейтинговая таблица. Где я хоть нахожусь? На каком месте? Можем мне посмотреть? Моя позиция 1273. Русские медведи тут. Огненный дракон обычный. Так, а мы с тобой вот находимся где. Мы переплюнули с тобой русских медведей. Так что, друзья мои, мы еще не самые такие. Мы ого-го еще. Так, ладно, давай мы что тут можно
Ух ты, шанс крит удара 35%. Конечно, конечно, берем, ребят. Еще и улучшим его. Блин. Кацуме, я надеюсь, этот персонаж хороший. Ребят, вы напишите мне в комментариях. Кацуме, как лучница, лучше Монти или хуже? Так, что такое? Рейтинг... Так я понял, а... Подожди секунду. А, вот, все. Да блин, да подожди ты. Гильдейские рейды. А, сезон 18. Короче, следующий сезон начнется, ребята, через 14 часов 6 минут. И мы будем рваться в топчик. Я в вас верю, друзья мои. Кстати, что у нас там с гильдией? Это все нормуль? Да? Топчик, фул, позабито все. Так, жертвуем камушек. Так. Кто-то просил кого-то там повысить. А как повышать-то? Где список вообще наших бойцов? Вот здесь, наверное, да? Так, ну что, я как глава КСУ. Так, а... 9 дней. Наверное, человечек уже играть не будет. Можно удалять. Так, 10 часов это играет. 7 дней. Это, наверное, уже играть не будет 7 дней. Так что удаляем. 7 дней это дофига, ребята. 6 часов, 1 день, 2, 3 дня. Это еще приемлемо. 7 дней жду. Если за 7, за неделю никто, ребят, не появляется, извините, я кикаю. Исключить. Так, 6 дней. В общем, тут у некоторых по одной попытке. КСУ. Так, а как... Как посмотреть? Так, ну, у него энд есть. Энд есть. О, этот парнишка не кислый. Ребят, короче, жду от вас заявки на повышение в генералы. Или кто там у нас идет. И как повысить, интересно. Как повысить? Вот. Блин, сам себе. Ну-ка, кто тут? Да подожди ты, блин. А, да офицера, друзья мои. Кто хоть... Там, я не знаю, может быть офицер. Потом, может, командир, капитан. Там фиг знает кто будет. Так что пишите заявки, ребята. Два человека, это максимально, кого я переведу в офицеры. Ну, а там посмотрим, есть ли выше ранги или нет. Так, рыб... А, вот, Ванька. Ванька просит повысить. Ванька. Сейчас глянем Ваньку. Вань... А я... ты видел там Ваньку? Я, что-то, честно говоря, что-то не видел Ваньки. Что-то, по-моему, там не было никакого Вани. Так, гильдейский найти. Это не то. Иван. Смотрим, Синпай. А вот Ванек. Подожди, Ванька, дай-ка я хоть гляну, что там у тебя. Ох, йо-хо-хо-хо. Ну, Вань, ты достоин, достоин офицера. Ребята, остается одно место всего лишь. До зама можно даже повышать. О, как. Возможно, если меня долго не будет в игре, мне придется Ванька перевести в замы. Я надеюсь, он играет, и он играет. Он был всего лишь один день назад. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду. Хотя, погоди, буду я. Я буду. Но сначала мы с тобой кое-что сделаем. Я думаю, ты, наверное, догадался, что, да? У нас с тобой еще пока есть энергия, поэтому грех не воспользоваться, ребята, вот этим вот шансом. Так, ок. Переходим на следующего. Так, эти у меня есть. Вот здесь надо рискнуть. Норм. Хотя бы одну карточку, но получили. Вау! Обычный герой. Сэр Флориан, ребята, мы его заработали с вами. Это прикольно, это прекрасно. Погнали. Так, одна, две карточки. Две карточки, это тоже круто, ребята. Бабулечка есть. Последняя, ребят, попытка. И у нас энергия закончилась. Энергия у нас с тобой закончилась. Так, Флориан. Ох, ёлки-палки. Сколько на тебя тут всяких штук можно понавешать, а?
Он еще и повысится уже может сразу же, прикинь. Обалдеть. Сразу же с лета получил. И еще звезду. Ну ты крут, пацан, ты крут. Так, применить, что нам нужно? Нам нужно... А он воин, да? Он воин, поэтому... Ох, ничего себе, здоровье плюс броня. Я фи... А, не могу, ребята, почему? Потому что должен быть ранг необычный у него. Тогда по-мелкому. По-мелкому, да? Удвоенный опыт. Ну что, дорогие друзья, а вот теперь будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.